Всем снова здорово. Сегодня мы будем играть. Что за херня? Я еще не успел поздороваться. Я даже не успел спрятаться. Ай-я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 й. Вот это был нежданчик. Короче, всем здорово, сегодня мы продолжаем играть в монстры. Вот это, блин, внезапный, блин, нахер, нежданчик был, блин. Я даже не успел только с вами поздороваться, меня уже поймал бурт. О, вот это были обосрашки, блин. Откуда он появился, хер узнает, там камера. Так, поэтому мы успеем, успеем. Успели, хорошо. Блин, вот это был нежданчик, вообще зашибись, блин. Еще толку ничего сказать не успел. Я еще хотел мимо монстра пробежать, думаю, сквозь него пробегу, например, как обычно, например, делаю это в блокаде 3D онлайн. Например, зомби все прорвались, я быстро сквозь них пробираюсь. А здесь, оказывается, так сделать нельзя. Что сквозь монстра может пробраться. Он меня сразу ловит. Ну а как? Я все равно был в ловушке, блин, зашибись вообще. Но я слышал, конечно, перед тем начать запись, я слышал его, конечно, как он топает, все такое, да. Я слышал, но думаю, я думал, что он ушел, а фиг его там, меня, блин, прям ждал там. Ну все, ладно. Сейчас мы будем остерегаться любого монстра, который нас сейчас может убить. Просто-напросто. Так. Что за фигня? Свет мигает. Тихо. Чё за фигня? Опять этот топот, походу. Или это мой топот? Так. Сейчас монстр может сюда прийти. Здесь можно сделать круг, от него убежать. Здесь припрячемся. Здесь я где-то видел выключатель. Вот он. Вырубим свет. Так есть меньше шансов, что нас палит какой-либо монстр. Я точно сейчас не знаю, какой этот монстр. Может быть, охотник. Потому что слишком тихо. Если бы это и был изверг, то бы мигал свет. Если бы это бур-бурт, я бы услышал его. Которого мне сейчас только вначале зовут. Так, кинем еще раз. Зараза, да не так. Закрой нахер дверь. Так, под столом можно спрятаться. Надо же, можно. Думаю, что спалит. Ага, да. Как же, под ящиком меня не палили, а под столом буду спалить. Что за фигня? Я уже боюсь выходить, ёпта. Итак, это охотник. Иди в жопу! Да фигня, чё за... Блин, нафиг, нафиг! Так жить. Так, это у нас радио. Радио тоже манит как будильник. Лучше нахер спрятаться. Не знаю, спалит он меня, не спалит в укрытии. Так, лучше вырубим свет. Так, я услышу нах. Я услышу, ёпта. Вроде подождал несколько минут, вроде его он ушел, я не знаю. А! Эй, выруби, блин! Сразу на девчонку. Да выруби, блин! Быстрее на! Черт, надо сейчас бежать, ёпта. Да он все равно сейчас должен прийти, потому что...
Ладно, все равно видим, как Ратил скочит просто на пол. Ой. Ой, мама. Музыка какая прикольная играет. Скотека такую строим за смысл. Ну где ты? Вылезай! А он вернул. Вот он как ломает ракету. Все, вон ушел. Что тебе надо, а? Сиди подальше, блин. Ушел отсюда. Иди отсюда, пожалуйста. Иди ты прозрачный хрен отсюда, что тебе надо? Буль. Не удивляйся то, что здесь просто работало радио. Она может сама по себе, так что за. Все. Ты меня не видишь. Я лишь читаю книжку. Надеюсь, он ушел. Камера хреновая. Ненавижу камер. У меня была изолента, когда первый раз меня поймал бот. Гребаная камера. Ненавижу камеры. И как мне удрать с этого этажа? Такая нагнетающая музыка сейчас играет. Ты задолбала эта камера вообще. Надеюсь, он... Тихо. Здесь его больше надо остерегаться монстров, чем камер. Блин. Чуть не спалил нах. Огнетушитель будет как у меня. Как безопасности. Тихо. Я точно не знаю, откуда может здесь охотник появиться. Может сразу появиться внезапно. Так, мне нужен наверх. Что за фигня нах? Мне нужно, ребят, наверх. Я побежал в самый верх. Все. Еще один огнетушитель. Так, зайдем на командный мостик, нах. Вот это дело, нах. Вот это нах. Так, это здесь у нас что у нас здесь творится? Сейчас мы все поищем. Так, я могу это... Нет, я это починить не могу, оно уже починит-то. Ну, блин, что я лишнее, что ли, буду таскать? О! Светящая палочка мне пригодится. Неоновая палочка мне, она пригодится. Все, зашибись. Да нахер мне ее выбрасываешь? Здесь, походу, тоже особо задерживаться не стоит. Охотник может появиться в любую здесь. Минуту. И нам навалят. Люлей. Так, я бы не против туда спуститься. Придется спускаться в самый низ сейчас. Не привлекая внимания этого монстра. Оу, я это знаю. Быстрее, нах, быстрее спускаемся. Меня чуть камера не спалила, ёбая. Спускаемся самый вниз. Самый вниз. Чтобы... Лучше на корточках будем кататься, чтобы... Что за фигня? А, это трубы всего лишь. Побежали. Побежали. Так, хорошо. Давай дальше. Надеюсь, это выход. Да, наверное, это выход. Все, я спускаюсь самый вниз. Самую нижнюю палубу.
Я хочу как можно быстро оттуда свалить. Свалить, блин. Итак, ребят, я нашел какое-то помещение, какое-то новое помещение. Я здесь еще не был. Какой-то насосы всякие. Фиг его поймет. Я куда, фиг его поймет, попал. Даже не знаю. Так, ну ладно. Успокоимся. Я сейчас самый момент бы не помешал. Ага, вот как раз мне вот есть кое-что. Чтобы включить свет, да включи ты. Что за фигня? Куда я ее выбросил на? Офигенно, я включил свет, вообще офигенно. У меня походу от тата транспортировать, даже не знаю, какой-то телефон. Окей. А, ну конечно же, я вырубился. Я вырубился и эту выбросил. Я какую-то цепь поднял. Она как раз нужна, наверное, для лодки. Хорошо. Неплохо, неплохо. Сейчас надо отсюда свалить. И не попасться этому хрену. Уау, фак! Фак! Нифига ж себе! Вот он появился нахер из вентиляции, блин, прям внезапно. Блин, как отсюда свалить, ё-моё. Пофиг, спускаемся самый вниз. Явно какая-то дверь попадется, которая идет фиг его знает куда. Так, посуда мне тоже не помешать бы. Все, не мешайте мне чайку попить. Где-то топает, зараза. Ну, быть тихим. Двигаемся по стелсу. Он где-то здесь. Черт. 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 Фак. Как мне отсюда свалить? Тут нету ни одной двери, которая бы вело, блин, прямо на палубу. Фак. Закроемся нахуй. Так. Я бы, блин, не против здесь сидеть до самого утра. Только, блин, в этой игре вообще утро не приходит. Корабль будет стоять, походу, до бести. О, отлично, топливо. Не знаю, но пригодится. Походу, не знаю, если я выжил до этого момента. И не встречусь с этим гребаным монстром. Где-то здесь. Слышь, чувак, у меня проблем не надо. Закроем дверь. Так, я здесь не был, я здесь ничего не открывал. Телефон. Который, кстати, обесточенный. Эй, включается. Потому что я эту штуку выбросил, хер знает куда, через текстуру. Я сейчас точно не знаю, куда идти. С этой тварью встреча может оказаться очень внезапной. Я, блин, не помню, откуда я вышел. Походу, надо еще наверх подняться. Фак. Фак! Фак! Куда бежать? Отстань! А-а-а, хватит!
не знаю, ты надо задерживать этого монстра или не задерживать. Фух, убежал, ё-моё. Опа. Я здесь еще не был. Фак. Ведь эти гребаные пузыри. Их очень много. Это нехорошо. Если оказаться в середине этих пузырей нах. Так. Ой, я упал. И куда-то попал. Блин, этот гад попал через вентиляцию появляться. Я не знаю, куда... Куда бежать, чтобы попасть на палубу? Ну, блин, я сделал круг, зашибись. Бежать, фиг его знает. Чё это такое? Спейс. А, то он забирается. Ю, не знал. Опять те пузыри. И опять то место. Фиг, как я отсюда выбраться, ё-моё? Я вообще на палубу не знаю, как попасть. Так, это что у нас? У нас не хватает места. Это я, походу, насос. Сейчас проверяем. Да, насос. Сейчас самое время попасть к лодке. У нас все есть необходимые ингредиенты. Не, точнее, необходимые инструменты. Теперь мне надо попасть к лодке. Как попасть к лодке, я пока хз. Я пока точно хз. Так, я здесь был. Так, бежим. Так, где? Везде этот мутык находится. Точно, точнее. Вот, надо сейчас найти это. Итак, я попал на самую верхнюю палубу и снова попал сюда. Закроем дверь. Оно пока нам не особо будет нужно. Так. Да ё-мой. Да блин, да... Да опять я что-то выбросил, не ваш, блин. Что-то важное опять не то выбросил. Опять сквозь текстуру. Ну и как мне в таком случае поступать, а? Ну чё за фигня, а? Чё за фигня, на? Надеюсь, это не особо привлечет сюда монстра. Что-то не работает вообще. А, может цепь сюда надо впихнуть? Да, точно. Цепь сюда. Блин, сюда придет, сейчас увидит. И фигня будет мне. Ну же, работай. А, надо задерживать. Так, пока его не видно. Так. Так, все. Блин, и что делать? Так, а я здесь могу выпрыгнуть. Чтобы, возможно, спрятаться от монстра. Но пока я это делать не буду. А, нашел насос.
И чё с ней делать? Это же насос. Вы себя не ошибаетесь. Значит, я должен надуть. Фигня. Я побежал. Блин, он услышал меня. Значит, я спрыгну вниз. Вот он. Вот он бродит, зараза. Я должен спрятаться за ящиком. Надеюсь, не спалит. Я уже здесь сижу целых 5 минут. Я не знаю, ушел он, не ушел. Но я не видел, что он где-то проблеснул отсюда. Блин, ну чё он там застрял, что ли? Ну... Не зря же работает на нетающей музыке. Я, блин, даже боюсь выходить. Вот я когда последний раз вот встретил его уже сюда же запрыгнул, чтобы он, возможно, не увидел меня. Так. Я его пока нигде не вижу. Странно, исчез, что ли? Спустился куда-то. Так. Я так понял, надо это опустить, чтобы... Так. Что с этим делать, я пока не знаю. Так, я слышал его топот. Походу, он по лестнице ходит. Точно не знаю, но если что, спрыгиваем. Я нахер не хочу здесь торчать. А вот он крючок. Что за фигня? Ого, опять! Иди... Опять эта фигня, иди нахер! О! Дверь, ёпта! Я не знаю. Блин, просто эта музыка пугает больше, чем чё. Либо. Я так думаю, что надо вот эту взять и прицепить сюда. Блин, только как это сделать? Нет, фонарь просто-напросто опять зря просрал, да? Ха! Смешно. И где надувать? Я знаю, что надувать надо. Я знаю, что это надо надуть. Фак! Я разбился, зашибись. Итак, я попал в секретную какую-то комнату, я, в общем, открыл эту дверь. Надо вот эту штучку, которую мы поднимаем вначале, нужно его сюда впихнуть. Все будет зашибись. Фак. Кажется, мне не кажется, или свет мигает. И у меня батарейка кончается. Ой, не так добро это. Перестал, значит. Я так думаю, это изверг. Я еще, ребят, изверга никогда не видал. Но встреча, мне кажется, с ним будет очень фиговой. Я боюсь идти дальше. Сейчас еще камера меня спалит. Ну давай, изверга. Где ты? Ну. Нихера себе. А вот это, кстати, изверг что-то очень, ну не так смахивает на охотника, но вот этот.
Ай, не таки! Не сюда, не надо, не надо, не надо, уйди! Нифига себе! Первый раз вижу изверга. Нет, уйди! Уйди! Ушел! Не смотри сюда! Фак! Да убежать! Он мне не дает убежать, я застрял! Ай! Да дай убежать! А! Больно ведь! Он мне шею походу свернул. Черт, не ту дверь выпал походу. Он меня нашел. Вот дерьмо, походу опять изверг идет сюда. Ну не запросто, не... Ну не запросто, просто так свет мигает. Ёб твою за ногу, да он меня достал, а? Хватил того, что меня он еще не выпустил, не дал. Черт, что за фигня? Что за фигня? Я не знаю, что за фигня, походу это не изверг. А кто-то трогает, походу это будет, наверное, я не знаю. Опять я говорю то же самое. Я не знаю, кто меня преследует. Так. Дайте увидеть противника. Черт, это изверг, ё-моё. Я же вижу его. Вот он, зараза, фиолетовый такой. Не надо меня парализовать. Блин, орал-ка почти как вот. Черт. Не надо мне. Не надо мне тут все взрывать, блин. Он хочет мои мозги взорвать. Так, например, контролер и сталкер. Слышь ты, иди отсюда. Фигня здесь полная творится. Нужно быть крайне осторожен. Опа. Это он что, так дверь сломал, что ли? Так. Блин, встреча с этой тварью, кстати, может тоже внезапной быть. И он где-то рядом бродит. Не надо, просто так свет мигать будет. Беги! Нет! Да ты задолбал, иди нахер! А он опять мне шею сломал. Думаю, на сегодня хватит. Как-нибудь в другой раз попытаюсь ее пройти. Ну а пока сегодня все. Всем удачи и всем пока!